Первенство Московской области по хоккею с мячом дошло до Люберец. На стадионе «Урожай» прошел один из отборочных этапов региональных соревнований. За право выступить в финале боролись хозяева катка и команда из Красногорска. За игрой следили мои коллеги. Каток на стадионе «Урожай» открыли чуть больше недели назад. И вот на этом льду уже проходит первое масштабное событие. Открытие турнира по русскому хоккею началось с выступления воспитанниц комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Затем уже началась борьба между двумя мужскими командами по хоккею с мячом. Чемпионат у нас проходит в двух группах Московской области. Первая группа играет 6 команд. Коллективы Московской области. Во второй группе 5 команд. Из каждой группы по 3 команды играют в один круг, и по 3 команды выходят в финальную часть первенства области. Остальные борются за 7-11 места. Для люберецких хоккеистов это уже третья игра в рамках чемпионата. Предыдущие две были на выезде. На этот раз соперниками команды «Урожай» стали спортсмены из Красногорска. Томилина непростая команда, можно сказать, неудобная. Вот. Она всегда дает бой, тем более на своем льду. Первая игра же на этом льду получается. Вот. Лед у вас, кстати, очень хорошего качества. Но ребята готовы, в принципе, все заряжены на победу. В этом году первенство Московской области по хоккею с мячом проходит по швейцарской системе, которая также применяется в футболе. Серия отборочных этапов завершится 23 декабря, а продлится весь чемпионат до 2 марта следующего года. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.